Я знаю, вы хотите нас убить, но мы вам так просто не достанемся. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами снова на границе. Будем защищать ее от... Погодите, стоп! В прошлой серии я же заявил, что теперь, отныне, я буду все время на стороне этих террористов, тех, кто пытается подорвать устои Акаристана. Решил я так, конечно же, не по своей воле, не потому что я какой-то там предатель. Все дело в том, что мы же знаем, что все, что сейчас происходит, это часть плана побега того заключенного. Мы все марионетки в его руках, а особенно я. Поэтому это... меня не вините, если что. Проезжайте, друзья, проезжайте. Знайте, что сегодня ничего от меня не зависит. Все зависит от вас, на самом деле, от того, насколько вы будете... О, боже мой, нет. Твоя машина ужасно выглядит. Она, во-первых, вся ржавая. Во-вторых, посмотрите, и здесь нету, и здесь нету. Шина спущена. Но, возможно, это не повод тебе отказать. Теракты. Товарищи, наши службы сообщают о дальнейших запланированных атаках. И мы уже знаем профиль будущих злоумышленников. В страну запрещен въезд граждан акаристанской национальности в возрасте до 30 лет. Свой же молодняк не пускаем. Завербовали наших юнцов. Теперь это будет страна стариков. Благо мне 36. Я здесь свой в доску, значит. С подделкой документов. Документов нельзя, и паспорт автомобиля, если не совпадает, тоже нельзя. Итак, контрабандист, королевство РК. Потом, цвет машины желтый. Это считается желтым? Повреждение автомобиля, нет бамперов. Поддельный паспорт и возраст 44. Ну, давай свои документики. Опа, погодите, с ним можно торговать. 5 бутылок водки, пачка кофе и стиральный порошок. Посмотрим, есть ли у нас что-то из этого. Отлично, есть бутылка водки, все 5 штук. В целом, это все, что у нас есть. А еще, смотрите, приятно начинать день и понимать, что у тебя в кармане 6170 долларов. На, забираю водяру. Теперь на 6390 долларов. Он ничего с собой не везет. Сильвестр Наумов его зовут. Национальность Акаристан, кстати говоря. И ему 23 года. Вы не поверите, как долго я это высчитывал. Отупел в конец. Ну и разумеется, мне больше 30, я уже старый. Поэтому тупить мне можно. Если ему меньше 30, в страну въезд запрещен. А, все, сразу запрещен въезд ему. Ладно, мне нужно быстренько все остальное. Значит, у него одна шина спущена, у него дефекты кузова 2 штуки. У него раз разбиты фары, заднее стекло разбито. Ты что, не по дороге ехала, через лес, что ли? Змеек у тебя, конечно же, нету в машине. Так, ну-ка, зрачки проверю. Безумец, просто безумец какой-то. Бланк соответствует, и штамп тоже соответствует. Я хочу идеально его проверить. Машина 1520. Вес не превышает. Автомобиль завет, все верно. Ладно, дружище, извини. Тебе нужно вернуться в машину. Тебе отказано во въезде. Эх, ни минуты покоя. Эта граница сама себе не закроет, если меня не будет. Товарищ Юджин, там наверху! Он что, собирается перелететь через мою границу? Что же делать? Его никак не остановить! Это мы еще посмотрим. Здравия желаю. Что, я хотел пересечь мою границу без разрешения? Простите, я просто очень тороплюсь. И куда это ты так торопишься? На эпичное сражение в Ватандер. Это бесплатный масштабный онлайн-экшен, доступный на ПК, PlayStation, Xbox и Mac, в котором наземная, воздушная и морская техника сражаются в динамичных битвах на локациях по всему миру. В твоем распоряжении будет целая плеяда культовых боевых машин, созданных с середины 20 века. Здесь современный графон и реалистичная физика, от которой взорвутся не только вражеские машины, но и твои изумленные глаза. А твои уши будут изумлены от натуралистичных звуковых эффектов. О да, звукач постарался на славу. Тебя ждет самый смертоносный АСМР. И запомни стишок, мой юный дружок. Нужно технику вкачать, чтоб врагам металл рвать. В Атандер отличная система прокачки и кастомизации. А также в твоем арсенале все передовые военные технологии. Ракеты с самонаведения, комплекс активной защиты, дымовые завесы, тепловизоры и многое другое. С обновлением активный поиск в игре теперь доступны топовый истребитель Су-27СМ и израильский бронетранспортер Намер. Новые ракеты с активным радиолокационным наведением делают авиационные бои на современных самолетах еще более драйвовыми. И опробовать все это ты сможешь на двух новых картах. Загадочная долина и Берингово море. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании. Все новые игроки и те, кто не заходил в игру полгода и более, получат крутейшие бонусы. Самолет Ла-5 и танк Т-34 в аренду на неделю, 100 тысяч серебра и 3 премиумные машины в подарок. Поспеши, сезон бонусов с советской техникой скоро закончится. Больше ни слова. Вот тебе зеленый штамп, пролетай скорее. Спасибо большое. Хорошего дня и динамичного сражения. Как всегда, отличная работа, товарищ Юджин. Стоп, а ты что делаешь в небе? Ну... Стоп, что я делаю в небе? Я думаю, вы уже поняли. Я сожрал весь конфискат. Вы сожрали весь конфискат. Сколько вас там? Раз, два, двое. Наверное, сейчас кто-то еще подъедет. Что? Недействительный отчет о досмотре? В смысле? Все, что я ему продал, весь мой заработок
только что с меня списали. В итоге сейчас я с тем, с чего начал. Я не понял, стоп, я ему запретил въезд. Проверку сделал, я не знаю, в чем проблема. Да, давай с тобой торговать. 3 пачки сигарет и 3 бутылки водки. 1, 2, 3, 1, 2. Блин, так обидно, товар продал просто такой, что-то уже стемнело. Я целый день с ним возился и в итоге зря. Давай документы, я зол уже сейчас. Удобрение 4 штуки и 7 багажа. Сразу проверяем, проверяем, проверяем. Надо все разгрузить. Итак, по грузу. Он уже просрал. Смотрите, багаж 7, удобрение 4. Удобрение 4, но багаж 5. Он смеет лгать мне в описи. Опись не соответствует. Сумка разрезать. Наркоты здесь нету. Ой, я по столу ударил случайно. А по нему можно бить? Его можно сломать? Здесь можно что-то написать. Хун написал. Ладно, загрузи обратно в автомобиль. Так, ладно, теперь по документикам пошли. Опа, несоответствие паспорта. Он тоже из-за Кыргызстана. Правила въезда всрал. Бланк соответствует. Автомобиль. Вполне себе. Так, регистрационный номер ИХУ 0398CK. Да, все верно. Машина просто в идеальном состоянии. Молодец. 1208-990. Вес автомобиля просран. Да, короче, у нас проблема только вот в чем. Много несоответствий. Из-за этого мы тебе отказываем, дружище. Так, и что-то вороны расшумелись. Мрачно стало здесь. Мне это не нравится. Пожалуй, я воспользуюсь. Пользуюсь своими деньгами, я вложу их в свое предприятие. Именно в сотрудников. У нас прокачан только Максимов. Я чувствую, что скоро будет налет. Давайте прокачаем абсолютно всех. Смотрите, младший сержант Репнин. Какой он стал теперь прокачан. Но давайте же прокачаем его снова. Увеличение здоровья и новое оборудование. Новый телефон ему купили. Так, потом есть Москович, Новик. Новик, пошел ты в жопу, я ни копейки на тебя не дам. Что ты смотришь на меня вот так вот презрительно? Давайте Смирнова прокачаем. А еще Ковальский у нас, оказывается, есть. Посмотрите на него, он как Джимен. Мистер Фримен, ваше время. Снова заткнись, заткнись. А не то не прокачаю тебя. У меня горлышко сегодня побаливает что-то. Итак, у нас еще 4 косаря. Московича прокачаем. Смотрите, у всех увеличивается здоровье и новое оборудование, но интеллект не увеличивается ни у кого. Все, мы всех прокачали, и Новик, не смотри на меня. Тебя я даже трогать не собираюсь. Фу, фу, Новик. Это было хорошее вложение. Пожалуйста, дайте денег. Я только что потратился. Есть, 120. Следующий. Это, кстати, последний на сегодня. Стоп, это еще кровь. Это спекшаяся кровь, да? Смотрите, мне прям сунул внутрь головы документы. Сейчас мой мозг их просканирует. Это все шуточки, по-твоему, да? Евсей Королов. Все соответствует, значит. Какой соответствующий Евсей. Машина Сина. Стопудово. 2450 килограмм. Вес автомобиля просрал. Он из-за Кыргызстана. Паспорт соответствует. 43 года. О, оказывается, можно было не считать. А я что-то старался, высчитывал, позорился. Но возраст водителя 44. Это значит, что он может быть одним из бандитов, преступников. Неужели нет? Погодите, как так? Как это нет? В смысле нет? Хм. И правда нет. Нет необходимости этого делать. Заткнись мне. Понял? Я сам решу, что мне делать и когда мне делать. Бочки-бочки. Я должен их открыть. У меня нет выбора. Ты что, ты не открываешься? Ой, я просто так бил. Это что такое? Что, огурцы? Блин, я сломал топор. У меня еще, надеюсь... Да, есть. Химикаты. Да нет, все правильно. Здесь нет ничего у него. Он не контрабандист. Номер VIP-9882VT. Тоже верно. Груз, все совпадает. Че я еще не проверил? Да вроде все проверено. Вроде можно взять его и отпустить с богом. Езжай. Добро пожаловать в Кыргызстан. Тебе понравится здесь. Здесь одни старики. Много историй они тебе расскажут. И тихо. Так тихо будет. Никаких шумных вечеринок и никакой грязи. Так что наслаждайся. Не... Почему? В смысле? Вес автомобиля... Ай, вес автомобиля же у него Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, как я мог так всрать? Ладно, пойду посплю. Сегодня я не выспавшийся явно. Мне нужно отдохнуть. Одни растраты сегодня, посмотрите только. 3000 косарей с половиной я просрал. Накопление 2... О, боже мой. Неудивительно, что я встану на темную сторону сейчас. Ну, вы посмотрите, все предпосылки есть. Несправедливость в мою сторону. Растраты. Все из своего кармана. Новик еще сидит, смотрите, ухмыляется на мной. Он угорает с моих неудач. Пошел ты нахрен, Новик, и никогда отсюда не выйдешь. Более того, слышал, что современные технологии заменяют людей на рабочих местах. Ты будешь заменен бочкой. Так, сколько там вас? 1, 2, 3. Так, все, я поспал, надо быть супер внимательным теперь. Открыл дверь. Дал. Че там у тебя? Торговать нельзя. Сразу канистра со спиртом? Давайте сразу его арестовывать. Отлично, преступник арестован. Так быстро нашел. Кстати, а какой из этих подозреваемых... А, вот этот чел был. Без бамперов, видимо, да? Ща, надо как следует посмотреть. Я впервые так быстро нашел преступника. Чувак очень хреново прячет контрабанду. Ох, сколько спирта. О, нет, нужны вилы, у меня нет вил. Придется вызвать снабжение.
Бесишь меня, Новик! Я думаю, нужно купить всего по чуть-чуть. Здоров, Влад. Ломик, ножик, кирка, лопата, вилы. Больше вил, больше ножик и топор. Все, пока. Я так понимаю, он будет целый день здесь теперь стоять. Хорошая идея, кстати, каждый раз его вызывать в начале дня. Я с лихвой покрою эти расходы за день. Только посмотрите, вся машина набита спиртом. Давайте еще раз грузим груз, может быть. Да, там помечено. Где она? Здесь ничего нету. Вот. Максимов, а ну прибери. 160 бачей дали, нормально. Не то чтобы супер много. За мою работу. Как ты это сделал? Надо заткнуть вот этой пробочкой проходик. Там и сиди, ты наказан. Проезжайте, сэр. И чё он не при... А, машина. Так, у нас 3 бутылки водки хочет купить. И мешок картошки, 3 бутылки водки. Пойдемте продадим ему. Впарим ему паль за 3 дорого. Отлично. Итак, у него 8 багажа, его зовут Иван Воронин. И мы ему верим. 26 лет. Еще зеленый. Несоответствие срока действия. О, боже мой. Иванушка, Иванушка дурачок. Шина спущена одна. Фара разбита. Одного зеркала нету. Стекло переднее разбито, блин. Он из-за Кристана, ему меньше 30. Ему... Я не могу его просто впустить. Правила въезда он нарушил. Заодно еще посмотрим, из-за Кристана ли он по-настоящему. Да, и правда, машина Сина. Это вообще не Сина. Это вообще не Сина. Тип автомобиля не соответствует. Может, еще и с грузом просрался, а? Ну-ка, вышел. Я чую, что здесь что-то неладное. Что это у нас такое, а? Что за агрегат? Самогонный аппарат какой-то держишь, да? Тут пахнет чем-то преступным. Я докопаюсь до правды. Докопаюсь до твоих трусов. 8 багажа, это все соответствует. Досмотр завершен, пока. Новик, черт тебя дери! Сейчас мы вот так сделаем. Вот, хорошо заткнул. Удобно, да? Хорошо, мне дали бабла. Сразу вес 1408. Ты хочешь убедить меня, что это твои очки собственные, твои собственные усы и твой собственный нос, да? Ни в коем случае не поддельные. Даже на паспорт сфоткался в этом. Но это 100 пудов не Ильич, машина у нее не соответствует совсем. Сразу тип автомобиля минус. Не соответствует, господи! О, боже мой! Из-за Кристана говоришь? Да че ты мне гонишь? А, я так и знал. Эти паспорта, эти бланки знаю. Эти очки, эти усы, накладной нос. А, боже мой. Ты хочешь сказать, что если я заменил всех своих работников бочками... Новик! Я сам похож на бочку. Я сейчас тебя так досмотрю. Засмотрю до смерти. Блин, дайте проколем шины. Так, не то. Или, может быть, просто его развернуть? Я не знаю. Похож на контрабандиста, но, возможно, нет. Он во многом мне соврал. Ладно, давайте просто его развернем. Я не знаю. Надеюсь, получится заработать на тебе. Мне плевать, на самом деле. Я просто деньги делаю здесь. Ну, что мне дадут? Ну? 200 бачей. Потому что это был идеальный досмотр. О, здорово. Он похож на Конана О'Брайена. Согласитесь. Усы только убрать. Так, подоргуем. Он купит стиральный порошок и пачку сигарет, 2 штуки. Порошок и пачка сигарет. У меня, по-моему, есть пачка сигарет. Порошка нету. Давай посмотрим, что там у тебя. Казимир Павловский. Возраст 36 лет. Вроде бы все соответствует. Машина варила 4 на 4. По-моему, это варила 4 на 4, кстати говоря. Yes, of course. Он из-за Кристана. Сегодня все из-за Кристана получаются. Паспорт не соответствует нифига. А везет наш друг с собой какие-то мешки. Падре, у него акцент, как будто он итальянский повар. Белиссимо! Давайте записывать, короче. Так. Что-то там зерно какое-то. Он везет с собой какую-то шелуху. Что ж, мы тебя просто развернем. Давай, пока. О, это точно Ильич. Со спущенными шинами едет. 6370. Кстати, с ним можно поторговать. 3 пачки. Сейчас мы свой складик подосвободим. Опа, слышу, там курятник у него в кузове. Роман Наумов. Несоответствие. О, боже мой. 34 года. Не соответствует паспорт. И машина не соответствует. И вес автомобиля. Значит, вес тип автомобиля не соответствует. Номер Jab 3936JV. Judge. И номер не соответствует. Значит, у него 2 спущенные шины. Разбитая фара. И внутри козочка одна. 5 курочек. 1 свинка смешная. Соответствует ли это? 1 козочка, 5 куриц и 1 свинья. Да, это соответствует. Ладно. И давайте просканируем его на контрабанду. Ничего такого нету. Что ж, увы. Тебе надо пойти... На 3 буквы. Все, прекрасно. День довольно-таки быстро закончился. Потому что я выспался. Кстати говоря, сколько у нас заключенных сидит? 1, 2, 3. Уже 3. Еще нас ожидает 4 контрабандиста. И бог только знает, что еще нас ждет. Я готовлюсь лично. Да, вот к именно этому я готовлюсь. Я прям вот вспомнишь говно, вот и оно. Давайте, ребята, я вас прокачал. Я вас тренировал. Прячьтесь за бочками, которыми я вас заменю. Это самая экипированная армия из всех возможных. Но только один такой сирота. Мы потеряли товарища? Я только что хвастался вами перед зрителями. А вы что делаете? Кто сдох-то хоть? Максимов сдох.
Вау! Чуть я не сдох, а я самый важный здесь. Все-таки за мой счет живем. Ладно, я должен идти в атаку, судя по всему. Где все? Они умирают, представляете? Они все умирают. А я что делаю? А я в это время лутаю. А, патрончики, 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 денежки. Эй, деньги забрал. Граната нет! Хорошо, решетим. Кто еще? Где? Где? Негодяи, негодяи. Стреляю по красным. Во! Ой, хреново мне сейчас будет. Уже хочу залутать поскорее их. А! Они взорвали рядом со мной гранату. Прикиньте, я не увидел. Меня убили. Ладно, зато Максимов сейчас будет жив. Прячемся за помойку. Я должен пойти наверх. Я буду стрелять с крыши. Блин, Новик нуждается в лечении. Новик! По-моему, он уже не нуждается в лечении. Я пойду лучше заключенным спрячусь. Мне просто интересно, они смогут сами победить, если я не буду вмешиваться? Так, потеряли Максимова. Я теперь сомневаюсь, что не смогут победить. Ребят, все в порядке. Нас защитят. Так, собственно, я же хотел наверх забраться. Вроде как-то было можно это делать. Так, мы Московича потеряли только что. Уже троих. Господи, вы такие бесполезные, такие беспомощные. Осталось двое. Кто-то сейчас с вышки должен же стрелять. Вон. Хорошо, он жив, это радует. Ай! Меня подбили, ни хрена себе. Как это меня подбили? С одного выстрела. Друзья, сегодня мы многое поняли. Мои бойцы бесполезны. Не было никакого смысла тратить на них деньги. Я знаю, что вы хотите освободить заключенных, но не тут-то было. Если они достанутся нам, то не достанутся никому. Новика убили. Я знаю, вы хотите нас убить, но мы вам так просто не достанемся. Ладно, я психанул. Теперь мы перестали дурачиться, и сейчас мы им просто наваляем. И не просто наваляем, а... Круто наваляем. Я иду валять. Бил. Бил, 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 попал. Где еще один? Путыщ умер даже раньше. Я иду. Дыш-дыш-дыш. Кто посмел? Дыш-дыш-дыш-дыш-дыш. Дыш-дыш-дыш. А ну сдохни. You gonna die. If you die, you die. Very good. Кто там еще? Чуть-чуть смерть. Чуть-чуть смерть. Убегаю. Вон бежит. Он бежит. Смертный. О. 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 Ага. Ай. В спину стреляет. Как крыса. Сейчас дайте полутаю хоть немножко. Да дайте полутаю. Пошел налево. Какого? Кто? Как Слендермен прячешься в лесу за деревом. О боже мой. Обходим справа. Смерть. Жмурик. Бам-бам-бам, жмурик, еще один. Полторы минуты мне тут мочить вас. Я подустал. Но деньги я люблю, поэтому несите. Смерть доставлена. Смерть доставлена. Отымел. Отымел. Господи, сколько вас полегло здесь? И сколько еще ляжет? Не нужно... А-а-а, больно. Ай-яй-яй. Эй-яй-яй. Транспорт противника приближается. А у меня, кстати, что происходит-то? У меня нету оружия, блин. У меня 8 патрончиков осталось. Плохо. Начинается серьезная игра, судя по всему. 2 патрона. Надо их с умом потратить. И оба просрал. Ладно, буду бить их, не знаю, вилами, что ли. Вот так. Что у него? Ветка. Получай палкой. Палкой получай. На тебе. Палкой! Это последний. Красиво закончил. Так, быстрей, быстрей. Что-то, хотя бы что-то успеть собрать. Ужас, сколько трупов. Быстрей, 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 быстрей. Так, что мы выбросим нафиг? Это мы продадим. О, это тоже можно продать. Нафиг ружье и патроны нафиг. Надо срочно положить все. Скорей, 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 скорей. Трупики не исчезайте, пожалуйста, я вас прошу. Трупики. Отлично, лежат.
А, где-то еще чувак лежал. Окей. И, может быть, кто-то еще в лесу валяется. О, привет. Кажется, всех подобрали. Значит, это пора спать. А это что такое? Полка упала? Картина упала. Бедная моя хибара. Товарищ, я надеюсь, что вы хорошо выспались. Готовы к очередному рабочему дню? Хорошо выспался, господи. Ты знаешь, что ночью происходило? Мне было не до сна. Ой, боже мой, все расстреляли. Слушайте, а давайте жилище апгрейдим. Смотрите, это же настоящий дом уже полноценный. Мне не жалко денег на себя. Жилище 4-го левела. Трехзвездочно, не побоюсь этого слова. Что ж, я и моя палка закона начинаем блюстить закон. Остановись здесь. Я буду гаишника изображать. Ну, здравствуй, давай документы. Одна коза. И правда. Но я должен допросить козу. Скажи, коза, ты знаешь этого человека? Хорошо, коза подтвердила, что вы знакомы. Так, он из Акаристана. Соответствует ли это правде? Соответствует. Представляете, вообще все соответствует. Такой соответствующий человек. Автомобиль соответствует. И вес хорошо. Правда, есть одна разбитая фара. Нету заднего бампера. А нет, есть еще шина спущенная. Нету бампера. Нету бампера. Нету бампера. Нету бампера. Ты что, ушлый контрабандист? Коза, он контрабандист? Черт, коза врать не может. Все соответствует действительности. Ну ладно, давайте пропустим его. Но бампера нету, мне это не нравится, конечно. Ой, я не указал, что бампера нету. Или указал? А уже и не важно. Решение было принято. Есть! Фух, не прогадал, не прогадал. Остановись, остановись, остановись. Как ты помещаешься в этой игрушечной машинке? Вес 820, вес нормально. Бушра Ахмади. Опа, они соответствуют документу, все, хана. Он из Аль-Барака. А по-моему, у нас есть контрабандист из Аль-Барака. Нету. Но это не мешает ему быть контрабандистом. Потому что у него бампера нету, да? Номер не соответствует машине. Озорви. Не соответствует тип автомобиля. Давай-ка мы выйдем из машины на секундочку. Ты серьезно? 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 Ты настолько меня тупым считаешь? Ты настолько не запарился? И фото не соответствует. Посмотрите, вот этот чел и вот этот чел. Так, багаж весь вытащить. И надо все посмотреть как следует. Записать детально все. Ага. Так, мне придется это долбить все. Воу! 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 Черт, я должен догнать его. За ним! Он дебил! Он врезался! Спасибо! Он чувак с козой? А почему он здесь застрял? Блин, я тоже врезался, я тоже дебил! А че чувак с козой-то? Странно это все. К сожалению, это не совсем та машина, которая мне нужна. Для хорошей погони она не годится. Ой, какой он быстрый! Я догоню его сейчас. Я буду сокращать. Через деревья, я хорошо через деревья езжу. Так, у нас сирена. Все, ему хана. Я почти догнал его, почти догнал. Он рулит, виляет, а я еду по прямой. Смотрите. На! Ага. А ну, сволочь. Сволочь такая, ну вышел. В тюрьму пошел. А теперь дал все, я все заберу. Что, засада? О боже мой, это все было специально. Он специально подстроил все. Ладно, я вас сейчас грохну, я грохну вас всех. Вы не думайте, что я вас не грохну всех, я вас... Так, сейчас вы помрете у меня. Палкой тебя буду бить. Палкой. Так, быстрее. Товар. Навар. Товар и навар не зря рифмуются. Куда делись? Исчезли, что ли, уже? Ну, блин, так быстро. Так-так-так-так, быстрее, быстрее, быстрее. Вот здесь, да. Что ж, улов неплохой, а теперь надо замести следы. Мне даже за это денег дали. Все, надо гнать домой. Ой, чувствую, машинка моя уже скоро подохнет. Ах, ну негодяй, ну негодяй. Где ты там сидишь, как до тебя добраться? Что-то надо его перевести в тюрьму. Все. Сержант, пожалуйста, отремонтируй. О, как новенькая, прекрасно. Сколько у нас уже? Четверо. Опять? О, план побега. Нет, нет, опять. Опять они начинают играть с моим разумом. А там еще три чувака нас ждут. Слушайте, я думаю, нужно отвезти все это барахло. У нас очень много контрабанды. Вас, ребята, пора в лагерь. Отлично, как раз место для всех есть. В моем бэнг-басе есть место каждому. Сейчас быстренько отлучусь. А мне дадут вообще? Возможно, не дадут. А, не даю. Отлично. Все, главное не отвлекаться на всякие засады и прочую фигню. Впрочем, мелочь, незначительную. Не могу дождаться встречи с парнями на каменоломне. Опа, засада! Черт, 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 черт. Все, мы спаслись. Открывайте. Оп! Фу. У нас 4 минуты есть, чтобы вернуться к работе, блин. Ладно, за 4 минуты, я думаю, я успею все сделать. Так, первое это... Мы, конечно же, продадим контрабанду. 600 бачей.
Меня ж бесит, как дешево стоит нынче контрабанда. Так, в одну сторону засада. Надо бы ее объехать, наверное. Не хочу заключенных потерять. Они все-таки мне очень дороги. И как-то обидно. Я хотел, чтобы игра позволила мне снова сделать выбор. Я бы сделал ее в пользу контрабандистов. А сейчас пока не дают. Блин, я не успеваю так. С ручником надо возвращаться на базу. Вот это больше на меня похоже. Время тикает, и я опаздываю на работу. Вот так вот мы обнулились и поехали снова. Я не могу заставлять своих заключенных ждать. Они хотят в лагерь, каменоломню. Так называется детский лагерь. Каменоломня. О, нет. Вот это западло. О, нет, у меня нету чертового топора. Может быть, я могу пострелять по этому дереву? На ломом. Долго мне объезжать? Как облом. Ребят, нам придется сделать объезд. Возможно, это, кстати говоря, специально все сделано, чтобы я сейчас попал в засаду. Фух, объехал. Забавно, что когда мы кого-то преследуем, не возникает ситуации, при которых бревно заграждает дорогу. А было бы прикольно, как бы себя вел тот, кто угоняет от меня. Итак, ребят, вот, забирайте, деньги давайте, отлично, 600. Теперь снова в объезд надо ехать. Стоп, а я смогу проехать все-таки? Вдруг дерево исчезло? Оно все еще здесь. А вдруг, мало ли, вдруг я смогу его объехать как-нибудь? Например, вот так. Кажется, я застрял. Чертово дерево и чертова машина. Ах, хорошо, что время не идет. Так. А ну-ка, выйди. На секунду, Блин, вот я залезу все равно. Пожалуйста, помоги мне. Мне нужно лебедочкой вытащить машину. Никто не хочет помогать бедному полицейскому. Сейчас надо с разбега. Ногой как пнуть. Оп! Еще раз. Оп! Вот, раскачать, да, точно. Да блин. И у меня больше ничего нету. Ладно, просто оставим машину здесь. Пойдемте. Главное, что мы отвезли и заработали. Сейчас просто кинем гранату, чтобы избавиться от машины. Вот. Правда, $250 мы просрали. Но ничего, побежали домой. Идти нам, конечно, пипец как... Да я буду с вилами бежать по дороге. Я понимаю, что это очень комично, наверное, со стороны выглядит. Но я не обращаю внимания. Я просто делаю свою работу. Опа, попутка, попутка. Стой, 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 стой. Пожалуйста, подвези, чувак. Подвези, дружище. Родименький, пожалуйста, поехали. Давай, спасибо. Его не смутило, что я с вилами. Куда мне вас... Это хорошо, это хорошо. Они, оказывается, спокойно подвозят. Я раньше думал, что это я как-то беспалевно просто залазил в машину. Но ты езжай, езжай. А я пока досмотрю тебя. И ты уж не обессудь, это просто по привычке я это делаю. Вроде бы все в порядке с тобой. Так, дверь открыли. О, нам здесь, все, спасибо. Ух, вернулся. Нам нужно машину вернуть. Вот она. О, это даже бесплатно, нифига себе. С возвращением, товарищ. Да-да-да, все в порядке, я просто отвез заключенных и машину не потерял ни в коем случае. Следующий! Вот это кабриолетик. Документы предъяви, пожалуйста. Он из Акаристана. Значит, нам нужно проверить его. Бланк соответствует. Все, прекрасен. Он прекрасен. Варила 4 на 4. Верно. Вес. Опа, вес просрал, к сожалению. Освободите зону для погрузки. А, это еще с предыдущего осталось. Максимов, ты что не прибрался? Меня не было так много. Так много времени меня не было, а ты не прибрался нифига. Ладно, пиво он везет. Смотрим, два пива, да. Это все соответствует, все очень соответствует. Но мне придется тебя спровадить. Желтый автомобиль. О, боже мой, желтый автомобиль, я помню, что это значит. Он захочет уехать, а я захочу его задержать. Хитростью, конечно же. Сейчас как-нибудь эдак, кстати, чтоб точно гад не смог уехать. Вот так. Вот он, негодяй. Сразу арест. Сходу. Текс. У меня, кстати, ничего нету, чтобы рыться в автомобиле. А нужен ножик, нужны вилы, ломик. Там даже топор у меня был. Топорик. Стоп, давайте старый топорик возьмем. Эх, займемся любимым делом. Навар. Еще, возможно, в чемодане. Да, в чемодане тоже есть. Конечно же, есть. Я так и знал. Окей, здесь нормально все. Максимов, убирай. Так, еще один остался. Еще два контрабандиста. Королевство РК и 44 года возраст. Окей, у него сина, все правильно. Вес давайте посмотрим. Вес нормальный. Номер. Пит, 810-3YF. Да, это правильно все. Иван Королев. Возраст 22. Из Акаристана. Ему нельзя, к сожалению. Правила въезда сразу всрал. Мешок картошки 3. Мешок картошки 2. О-о-о-о. Опись груза не соответствует. Получается, опись груза и правила въезда. Домой. А твой дом это Акаристан, тогда не знаю. Вон из дома. 160. Идите отдыхать. Давайте зайдем, отдохнем в своей новой хате. Какая классная. Ой, потолок декоративный. О, шкаф. И плакат, который я буду рассматривать на досуге. И даже есть телек. О большем я и не мог мечтать. О нет, темно. Мы
Товарищ, мы только что получили вызов на срочное вмешательство. Возьметесь? Нам только что позвонил Влад. Влад? Тот, у кого я закупаюсь? На него напали, ограбили. Он говорит, что вор уехал на север. Поможете его схватить? Смотрите, какая машина. Нам нужна такая же машина. Дружище, мне нужно дать машину, которая... Так-так-так-так, супербыстрая. Вот, завет. Гоу! Надо поставить музыку. Детектив Евгений едет на место преступления. Ау, черт. В солнечных очках трудно видеть в темноте. Оп, далеко хоть ехать. Ой, до хрена ехать. Владик, я защищу тебя. Развиваем божественную скорость. Уэус, поворот. На повороте заносит, но ничего, дрифтим. Ааа, ничего. Держите беглеца. Где он? Беглец. Ох, тебе хана. Я взял точно такую же машину, как у тебя. Так что тебе точно не скрыться. Все получилось. Вот так вот легко это делается. Берем пистолет. Блин, я сейчас сяду, как буду смотреть на тебя и дышать. Я на ночь лука сожрал. Дышать тебе прям в рот. А что, ошибка? Ошибку я совершаю. Он считает, все, косарь получил. Неплохо подзаработал на ночь. Все у него есть тут. Может, контрабанда какая, а? Блин. О, я думал, будет что-то интересное. Какой-то челлендж хотел. Сейчас сразу его в каменоломню отвезу. Вот тебе клиентика привез. Забирай. 200 бачей получил. Прикольный, того 1200 заработал. Чисто за ночь. А раньше, когда я работал в ночь, я совсем не такую сумму получил. Ой, блин, стоп. Дерево-то все еще здесь. И у меня есть шанс поквитаться с ним. Я просто объеду его. Блин. Че, не могу объехать? И снова застрял? Снова застрял здесь? Вы че, угораете? Не мог я застрять. О, боже мой. А у меня же есть с собой топор. Ну давай, ну пожалуйста. Что это за холмик такой, на котором все застревает? Он липкий. Ладно, прощай. Вот еще одна очередная машина. Евгений снова бежит с вилами по дороге. Ух, я добрался. Мне даже интересно, заспаунит ли машину здесь? Или нужно будет обязательно ее либо уничтожить, либо привезти? От Мадуро. О! Все. Что ж, вот так вот мы позабавились ночью. А вы не забудьте ночью позабавиться в игре War Thunder. Go по ссылке в описании, там бонусы. Бонусы прикольные. Давайте ляжем спать. А и вот так вот выспавшись, мы готовимся к очередному дню, который вы увидите в следующем выпуске Contraband Police. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступайте во все мои соцсети, вступайте в мой Boosty, он будет внизу, вступайте в мой Telegram, он будет внизу, все мои соцсети будут внизу, все будет ниже. С вами был Юджин, спасибо всем большое за просмотр и всем пять!